При поддержке фонда «Жирафик Трафик». Данная картина не рекомендована к просмотру людям с обостренным чувством справедливости. Вы понимаете, что из-за ваших ошибок мы вовремя не выкатили ленд. Компания из-за вас теряет огромную прибыль. Марго, ты сказала, что болеешь, а сама пошла на вечеринку. А когда до тебя пытались дозвониться, ты взяла трубку и сказала, что у тебя температура 40 и корона. Оказалось, что не просто корона, а корона экстра. Я лишаю тебя премии на 100%. Каролина, теперь ты. Ты отвечала за разработку корпоративного мерча? Ну да. Так скажи мне, почему корпоративный мерч Лаки — это просто розовая кофточка? Во-первых, не кофточка, а худи. Во-вторых, не розовая, а пурпурная. Я лишаю тебя премии на 150%. А ты, Влад, выложил нашу компанию на Авито, устроил пожар в офисе, пытался полетать на огнетушителе. Мой косяк, виноват, бывает косячу. Больше так не буду. Ну хорошо, я лишаю тебя премии на минус 3%. Смотрите во всех кабинетах руководителя. Брат. Я дико извиняюсь, а где у вас огнетушитель? Лучше очень полетать охота. И брат. Два. Большие города.